Так начинается выпуск новостей школьной телестудии «Эхо ТВ». Ребята занимаются видеосъемкой, берут интервью у учеников, учителей, родителей, делают собственные ролики. Пока этим делом увлечены 4 ученика 10 класса, но их пример пробуждает интерес к телеремеслу и у других школьников. Идея создания школьного ТВ принадлежит выпускнику школы Фирдаусу Багманову. Он нам предложил такую идею, то что люди сейчас боятся камер, люди боятся микрофонов, и чтобы наши люди уже со школьных времен учились этому всему, не бояться ни камеры, ни говорить на камеру, он нам предложил свою помощь. Он же приобрел все необходимое техническое оборудование, видеокамеру и телевизор, который транслирует ролики юных репортеров. Гульшат была одной из первых, кто захотел стать участником нового проекта. Роль телеведущей мне очень и очень нравится, потому что мне эта вся суета, школьное мероприятие, мне очень сильно нравится. Ее однокласснику Айрату работа за камерой уже была знакома. Видеосъемкой он увлекся задолго до того, как в школе появилось свое телевидение. Признается, что снятые ими ролики пользуются в школе большой популярностью. Как мы постоянно включаем, показываем это все по телевизору, собирается очень много людей, и даже большинство бывает опаздывает на уроки. Ну, это просто интересно, увлекательно. Есть занятия, есть чем можно заниматься в свободное от учебы время. Вот, желаем вам успехов, удачи и всего самого хорошего, чтобы остальные четверти были такие же хорошие. Вам спасибо. Гульнас – телеведущая и корреспондент. В ее обязанности входит общение с учениками и другими героями сюжетов. Это интересно. Во-первых, это общение с людьми, это... Все время какая-то занятость, какие-то мероприятия. После съемок все вместе приступают к монтажу. Ребята сами осваивают работу телевизионщиков, перечитывают специальную литературу, пристально следят за работой профессионалов. Надо отметить, что уже в школе они сталкиваются с теми же проблемами, что и наша новостная служба. Не все люди хотят сниматься, отвечать на вопросы на камеру. Люди стесняются. Несмотря на небольшой опыт, ребятам уже есть чем похвастаться. Один из роликов занял призовое место на республиканском конкурсе. Впереди только новые победы и достижения, не сомневаются наши коллеги.